Традиционная иконография страшного суда всех явившихся на этот суд делила на две примерно равные группы – спасенных и проклятых. Такой взгляд на судьбу человечества грешит почти легкомысленным оптимизмом, особенно в сравнении с интерпретацией судного дня, представленной на Венском триптихе. По мнению Босха, греховность и глупость неотъемлемо присущи каждому человеку в отдельности и всему роду человеческому. А потому адские муки – наш общий удел. Этот исполненный глубочайшей безнадежности подход найдет свое развитие и в двух других триптихах Босха – «Воз сена» и «Сад земных наслаждений», созданных, вероятно, позднее, чем «Страшный суд», но соотносимых с ним по значимости. Триптих «Воз сена» существует в двух версиях. Одна находится в Эскориале, другая – в Прадо. Обе плохо сохранились. Обе подверглись масштабной реставрации, а потому мнения ученых относительно того, какая из них оригинал, расходятся. Но в любом случае изображения на внешних створках явно выполнены кистью кого-то из подмастерьев или учеников Босха. Левая внутренняя створка представляет сотворение человека, грехопадение. Как и в Венском триптихе «Страшный суд», но размещены эти библейские эпизоды в обратной последовательности и низвержение восставших ангелов, а правая внутренняя створка – ад. Однако на центральной части возникает совершенно новый образ. На фоне бескрайнего пейзажа, следом за огромным возом сена, движется кавалькада сильных мира сего, и среди них император и папа с узнаваемыми чертами Александра VI. Представители иных сословий – крестьяне, горожане, клирики и монахини – хватают охапки сена с воза и дерутся за него. Здесь дана иная вариация темы столешницы «Семь смертных грехов». За лихорадочной людской суетой сверху безразлично и отстраненно наблюдает Христос, окруженный золотым сиянием. Никто, кроме молящегося наверху воза ангела, не замечает ни божественного присутствия, ни того, что телегу увлекут демоны и влекут в преисподнюю, к вечному проклятию. Эта забавная повозка может воскресить в нашей памяти брантовский образ корабля дураков, однако у Босха телега не просто средство доставки человечества в ад, но еще и иллюстрация одной особой грани ее греховного сознания, традиционным символом которой было сено. В нидерландской народной песне около 1470 года рассказывается, как Бог сложил подобно копне сена все, что есть на свете хорошего, в одну кучу, предназначив ее на общее благо. Однако каждый человек стремился забрать себе все. Есть в этом еще один нюанс. Поскольку сено – товар дешевый, оно символизирует никчемность и ничтожность земных благ. Именно таков был аллегорический смысл изображений возов с сеном, появлявшихся после 1550 года на фламандских гравюрах. Повозка сена участвовала в религиозных шествиях. Например, остались описания современников о том, как в 1563 году дьявол лживый, в иерархии демонов, отвечающий за ложь и обман, вез по улицам Антверпена груженную сеном телегу, за которой шли люди разного звания, разбрасывая сено по мостовой в знак того, что все мирские блага – ничто. В конечном итоге все обернется в ничто. Так звучал припев песни того времени. Хотя все это происходило спустя полвека после смерти Босха и, вероятно, было вдохновлено его триптихом, можно предположить, что и само это произведение несло ту же смысловую нагрузку. Некоторые ученые на том основании, что воз сена в шествиях 1563 года играл роль карнавальной колесницы, усматривают здесь обратную зависимость, полагая, что не Босх способствовал распространению этого образа, а сам воспользовался им.
Так или иначе, композиционно ввоз сена и толпа следующих за ним людей вызывает ассоциации с аллегорическими процессиями и особенно с триумфами Франческо Петрарки, запечатленными на бесчисленных гобеленах и гравюрах XV-XVI веков. Весьма вероятно, что Босх, создавая свою версию темы торжества греха, держал в памяти эти триумфальные шествия. В рот людской, как и на столешнице семь смертных грехов, в возе сена предстает погрязшим в грехе, полностью отринувшим божественные установления и безразличным к участи, уготованной ему Всевышним. Но основное внимание уделено одному из смертных грехов – погоне за благами земными, то есть алчности. В расширительном значении слова, куда входят понятия стяжательство, корысть, жадность. Различные ипостаси, которые обозначены движущимися завозом и вокруг него людьми. Эти грубо изображены в соответствии с тем, как описывались в средневековых теологических трудах пороки и добродетели. Как предупреждал Лоран Галлю в книге «Сон царя», алчность ведет к раздору, кровопролитию и даже к убийству. И все это наглядно изображено в сцене, разворачивающейся перед возом. Владыки, светские, духовные, следующие позади в чинном порядке, не вмешиваются в свалку и распрю от того лишь, что это сено и так принадлежит им. Они повинны в грехе гордыни. Алчность заставляет людей лгать и обманывать. Внизу слева мальчик ведет за руку мужчину в некоем подобии цилиндра на голове, который притворяется слепцом, вымогая подаяние. Это один из тех, кому покровительствует старый сквалыга в паломничестве человеческой жизни Дигюльвиля. Лекарь-шарлатан в центре выложил на стол свои дипломы, склянки и ступку, чтобы поразить воображение легковерной жертвы. Набитый соломой кошель у него на боку указывает на то, что деньги, нажитые неправедным путем, впрок не пойдут. Справа несколько монахинь накладывают сено в мешок под наблюдением сидящего за столом монаха, чье объемистое брюхо свидетельствует о чревоугодии. Не всегда можно однозначно определить, что должна символизировать та или иная группа персонажей. Например, влюбленные пары наверху воза. По их явному сходству с аналогичными фигурами столешницы из Прадо очевидно, что они воплощают грех любострастия, в чем-то противоположного алчности, поскольку погоня за чувственными наслаждениями предполагает скорее расточение земных благ, чем их сбережение и накопление. Можно отметить некое сословное различие между целующейся в кустах парой простолюдинов и музицирующими любовниками из более изысканного общества. Все эти подробности призваны усилить основную тему – торжество алчности. Сам же образ воза сена имеет еще одно метафорическое назначение. В XVI веке сено несло в себе такие понятия, как ложь и обман, и выражение «отвести сено кому-либо» означало высмеять или обмануть его. Читая о том, что в антверпенской процессии 1563 года возом сена правил демон лжи, замечая, что наверху воза, изображенного на доске, которая находится в Прадо, музицирует синий традиционный цвет обмана, демон, мы понимаем босховскую игру со словом «сена», игру, полную смысловых подтекстов. По своей композиции адская область на правой створке воза сена где-то на полпути от раздробленной на множество эпизодов панорамы страшного суда к монументальной простоте ада, находящегося в Венеции.
Об этом последнее произведение напоминают также вырисовывающиеся на фоне объятого заревом неба руины каких-то высоких зданий и души грешников, беспомощно барахтающиеся в водах озера. Но на переднем плане появляется и доминирует нечто новое – круглая башня, процесс возведения которой представлен во всех подробностях. Смысл этой оживленной деятельности не ясен. Башни часто встречаются в средневековых описаниях ада, но у демонов обычно слишком много дел со своими жертвами, чтобы заниматься еще и зодчеством. Впрочем, святой Григорий описывает стоящие в раю дома из золотых кирпичей, каждый из которых воплощает чье-нибудь доброе и милосердное деяние, совершенное в земной жизни. Эти дома предназначены для праведных душ. Быть может, Боск, продолжая мысль святого Григория, хотел представить адские чертоги, в которых строительным материалом служит не великодушие, но алчность. Сходную мысль высказал в 1605 году Сигенса, давший первое описание этой створки. По его мнению, башня предназначена для тех, кто входит в ад, и возводится не из камня, а из навеки погубленных душ. Не исключена и другая версия. Боск создает пародию на печально знаменитую Вавилонскую башню, в которой люди некогда собирались штурмовать небесные врата. В этом случае она символизирует гордыню. Другие кары также соотносятся с грехами, изображенными в центральной части. На подъемном мосту, ведущем в башню, десяток бесов истязают несчастного грешника, посаженного верхом на корову. Эта жалкая фигура, быть может, подсказана автором видения Тунгдала, который рассказывает, как во время своего путешествия в ад ему пришлось провести корову по узкому, подобно бритвенному лезвию мосту, наказание за то, что когда-то украл у своего соседа теленка. На мосту он повстречал грешников, грабивших церкви и совершавших иные святотатства, чем, вероятно, и объясняется потир, зажатый в руке босховского персонажа. Распростертый на земле человек, которому жаба впилась в детородный орган, разделяет участь всех развратников. Под мостом свора собак, опередив своего хозяина, уже настигла убегающих грешников. Основной смысл воза сена прост. Даже если не знать метафорического значения слова «сено» в XVI веке, можно понять, Боск высказывает свое мнение по поводу одного из пагубных свойств человеческой природы. Но приведенное выше утверждение относительно простоты не распространяется на его же триптих, известный под названием «Сад земных наслаждений» или «Земной рай». На первый взгляд его центральная часть представляет едва ли не единственную в творчестве Босха идиллию. Обширное пространство сада заполнено обнаженными мужчинами и женщинами, которые лакомятся исполинскими ягодами и плодами, играют с птицами и животными, плещутся в воде и прежде всего открыто и бесстыдно предаются любовным утехам во всем их разнообразии. Всадники длинной вереницей, как на карусели, едут вокруг озера, где купаются обнаженные девушки. Несколько фигур с едва заметными крыльями парят в поднебесье. Этот триптих сохранился лучше, чем большая часть крупных алтарных образов Босха, и беспечное веселье, царящее в композиции, подчеркивается ее ясным, равномерно распределенным по всей поверхности светом, отсутствием теней, ярким, насыщенным колоритом. На фоне травы и листвы, подобно диковинным цветам, сверкают бледные тела обитателей сада, кажущиеся еще белее рядом с тремя-четырьмя чернокожими фигурами, там и сям расставленными в этой толпе. Позади переливающихся всеми цветами радуги фонтанов и построек, окружающих озеро на заднем плане, на горизонте виднеется плавная линия постепенно тающих холмов.
Миниатюрные фигурки людей и фантастически огромные причудливые растения кажутся столь же невинными, как узоры средневекового орнамента, который, очевидно, и вдохновил художника. Трудно не согласиться с Фрэнгером, настойчиво убеждающим нас, что обнаженные любовники мирно резвятся в спокойствии этого сада, обретя невинность растений и животных. И в обуревающей их чувственности нет ничего, кроме чистого ликования, ничем не замутненного блаженства. Да и впрямь может показаться, что перед нами детство человечества, тот самый описанный Гесиодом золотой век, когда люди и звери мирно существовали бок о бок, без малейшего усилия получая плоды, которые в изобилии дарила им земля. И все же никак нельзя признать правомерным утверждение Фрэнгера, будто эта толпа обнаженных любовников по замыслу Босха должна стать апофеозом безгрешной сексуальности. Половой акт, который в 20 веке научились наконец воспринимать как естественную часть человеческого бытия, для средневековой морали чаще был доказательством того, что человек утратил свою ангельскую природу и низко пал. В лучшем случае на совокупление смотрели как на неизбежное зло, в худшем – как на смертный грех. О том, что Босх и его покровители разделяли это мнение, мы можем судить по другим его картинам. Более того, его сад, как и его сцена, занимает срединное центральное положение на триптихе между Эдемом, где грех зародился, и Адом, где происходит возмездие за него. И если его сцена изображает мир, погрязший в алчности и корыстолюбии, то сад земных наслаждений – это мир чувственности, а точнее мир распленной любострастии. Некоторые виды этого греха представлены в самой откровенной форме и каноническом виде. Например, пара, заключенная в пузырь внизу слева, или пара в раковине практикуют любовь традиционную. Другие же демонстрируют всякого рода извращения. Человек, погрузивший в воду голову и прикрывающий свои гениталии, или юноша, внизу справа засовывающий цветы в задний проход своему партнеру. Плотская любовь представлена рядом с этими более чем недвусмысленными картинками еще и метафорическими и аллегорическими образами. Земляника, доминирующая в композиции, вероятно, символизирует некую эфемерность любви. К такому выводу пришел Сигенса, писавший: «Столь скороприходящ вкус земляники, столь мимолетен ее аромат, что чуть отдалясь, перестаешь ощущать его». Триптих «Сад земных наслаждений» был подробно проанализирован Дирком Баксом. Благодаря своим обширным познаниям в староголландской литературе он сумел установить многое из того, что изображено на центральной части триптиха – плоды, животные, экзотические минеральные структуры на заднем плане – представляют собой эротические образы, навеянные народными песнями, пословицами, жаргонными выражениями, бытовавшими во время Босха. Например, плоды и ягоды, которые пожирают персонажи сада, это метафорическое обозначение половых органов. Рыба, дважды запечатленная на переднем плане, фаллический символ, постоянно встречающийся в старых нидерландских пословицах. Сбор плодов, справа на среднем плане, также содержит эротический подтекст. Выражение «собирать плоды» или «цветы» употреблялось иносказательно и означало совокупление. Интереснее всего огромные полые плоды, в сердцевину которых помещены персонажи, и фруктовая кожура, обвивающая их. Бакс усматривает здесь каламбур со староголландским словом в средние века, означавшим и кожуру, и ссору, распрю, конфликт. Отсюда следует, что заключенные в кожуру вовлечены в некую борьбу, частью которой является и более приятная любовная схватка. Помимо этого, кожура сама по себе означает и нечто никчемное и бесполезное.
Вряд ли Босх мог отыскать более подходящий символ греха, на совершение которого в конечном счете спровоцировал Адама плод с дерева познания добра и зла. Прежде всего важно отметить, что образ сладострастия, плотского наслаждения, соотнесен у Босха с неким садовым или парковым ландшафтом. Сад на протяжении столетий был наилучшим антуражем для любовных игр. Самый знаменитый сад любви описан в средневековом романе о розе, длинной аллегорической поэме XIII века, переведенной на многие языки, включая голландский, и вызвавшей множество подражаний и переложений, в том числе и на язык живописи. В этих садах неизменно растут прекрасные цветы, сладкозвучно распевают птицы, в центре стоит фонтан, и влюбленные пары прогуливаются вокруг него или, присев рядом с ним, музицируют, что во времена Босха было запечатлено на многочисленных гобеленах и гравюрах. Нет сомнений в том, что он был знаком с этой традицией. Некое краткое обозначение сада любви появляется на гравюре, сделанной его помощником Алартом Духамелем. И сам художник использовал подобные элементы в одном из своих ранних изображений греха любострастия – «Столешница из Прадо». Однако в саду земных наслаждений объединено значительно большее число элементов традиционной иконографии. Здесь представлен и фонтан, и на заднем плане легкие павильоны на берегу озера. Эти причудливые сверкающие сооружения не более фантастичны, чем выстроенные из золота, кораллов, хрусталя и других драгоценных материалов фонтаны и здания, описанные во многих литературных памятниках. При том, что картина Босха многими своими элементами, как мы видим, обязана традиционным садам любви, литературные герои, как правило, ведут себя пристойнее, чем персонажи художника. Крайне редко они разгуливают нагишом или предаются любви в воде. В эпоху Босха существовала прочная взаимосвязь понятий – вода, любовь. На миниатюрах, изображавших труды и досуги, соответствующие тому или иному времени года, май – месяц любви представляла пара влюбленных, сидящих в обнимку, в большом тазу с водой. Даже изображение источника или ключа вечной юности обретало эротическое звучание. Хотя у Босха, строго говоря, нет этого источника, поскольку никого не надо омолаживать, художник вполне мог вдохновляться им, создавая сцены водяной феерии в саду земных наслаждений. Помимо сада любви и купания Венеры, в картине существует еще одна крупная тема. На заднем плане мужчины и женщины купаются вместе, однако на среднем их забавы строго разграничены по половому признаку. В озере плещутся только женщины, а мужчины едут вокруг него верхом на верблюдах, львах, леопардах, кабанах, оленях и других животных. Судя по движениям и гримасам этих наездников, вольтежирующих на спинах своих скакунов, их возбуждает присутствие женщин в воде, тем более, что одна из них уже выбирается на берег. Разумеется, этим Босх показывает сексуальное притяжение мужчин и женщин, и не случайно озеро и кавалькада, которые служат источником, где берет начало все происходящее в саду, помещены в самую его середину, в центр композиции. По представлениям средневековых моралистов, не отличавшихся особой рыцарственностью, именно женщина, следуя примеру Евы, берет на себя инициативу и вовлекает мужчину в разврат, заставляя его совершить смертный грех любострастия. Могущество женщины подчеркивали, помещая ее в круг поклонников. Но у Босха мужчины не танцуют, а скачут верхом, причем они оседлали зверей, символизирующих плодовитость, похотливость и грубую жизненную силу, традиционно воплощающих низменные животные побуждения, свойственные человеку. Да и само словосочетание «верховая езда» было расхожей метафорой совокупления.
Босс был не единственным художником, использовавшим традиционный сад любви как символ похоти и распутства. На миниатюрах и иллюстрациях к рукописному трактату святого Августина о граде Божьем, обличающему безнравственные обычаи Древнего Рима, часто появлялись обнаженные люди, танцующие в саду. Подводя итоги, скажем, что сад земных наслаждений традиционен для морализаторской тематики произведений Босха. Как и «Корабль дураков», «Смерть скупца», «Воз сена» – эта картина – нечто вроде зеркала, в котором отражены все человеческие безрассудства. И все же нам по-прежнему трудно согласиться с тем, что эти беспечные любовники повинны в смертном грехе любострастия. Вслед за Фрэнгером мы готовы утверждать, что вряд ли Босх мог осуждать то, что сам же заключил в столь пленительные формы и цвета. Но человек эпохи Средневековья относился к материальной красоте куда более недоверчиво. Благо ему неустанно внушали, что под самой привлекательной личиной обнаруживается грех, и что за телесной прелестью и приятными ощущениями часто таится смерть и вечная погибель души. Уместно будет сравнить видимый мир с популярными во времена Босха фигурками из слоновой кости. Они изображают сплетенных в объятия любовников или соблазнительную нагую красавицу, но стоит лишь перевернуть их, как они оказываются полуразложившимися трупами. Иными словами, то, что показывает нам Босх, повторяя распространенный в средневековой литературе мотив, это не рай, а его лживое подобие, чья мимолетная красота ведет человека к гибели и вечному проклятию. Этот мотив мы встречаем, например, в легенде про гору Венеры, подземное царство любви, откуда никак не мог выбраться, рискуя навеки погубить свою душу рыцарь Тенгейзер. Во второй части романа о розе, дописанной Жаном Демёном, делается сравнение розового сада с Эдемом. Райский сад будет существовать вечно, тогда как в саду любви танцы окончатся и танцоры окажутся ни с чем. Начнется распад и гибель, ибо смерть подстерегает все сущее. В XVI веке было очень распространено подобное представление о садах наслаждения, где пребывают любовники, не ведающие, что сзади к ним подкрадывается смерть. Обращаясь к босховской трактовке этой вечной темы, Бакс логично предполагает, что фигуры мужчины и женщины у входа в пещеру, справа внизу, изображают Адама и Еву после их изгнания из рая, когда они, как гласят апокрифы, нашли прибежище в пещере и прикрыли свою наготу звериными шкурами. Голова человека, стоящего за Адамом, принадлежит Ною, который после всемирного потопа дал новую жизнь человеческому роду. В полной мере подтекст сада земных наслаждений проясняется лишь после того, как мы обратимся к сцене в Эдеме и другим эпизодам триптиха. Картины сотворения мира на внешних створках выдержаны в приглушенных серых и зеленовато-серых тонах. Создатель появляется в просвете облаков в левом верхнем углу. Микеланджело на своей созданной примерно в то же время росписи потолка Сикстинской капеллы представляет создателя исполненным нечеловеческой мощи скульптором, собственными руками придающим форму первозданному хаосу. Босх неукоснительно, следуя христианской концепции, изображает Бога, творящего своим словом. Его создатель неподвижно сидит на престоле с книгой в руках. И о его «Да будет так» напоминает помещенную у верхнего края надпись, строчка из Псалтири. «Ибо он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». В центре закрытых створок запечатлено отделение света от тьмы, а внутри световой сферы вода отделяется от тверди. Темные грозовые облака собираются над землей, медленно всплывающей и закутанной туманной пеленой воды. На ее влажной поверхности уже проклюнулись ростки первых деревьев и странных образований, не то растений, не то минералов, предвосхищающих экзотическую форму на внутренних створках. Это земля в третий день творения.
На обороте левой створки серый тона сменяются сияющим колоритом. Здесь перед нами предстают три последних дня творения. Небо и земля произвели на свет десятки живых существ, среди которых можно увидеть жирафа, слона и мифических зверей наподобие единорога. В центре композиции поднимается источник жизни. Высокое, тонкое, розовое сооружение, отдаленно напоминающее готический табернакль, украшенный затейливой резьбой. Сверкающие в тени драгоценные камни, так же как фантастические звери, вероятно, навеянные средневековыми представлениями об Индии, пленявшей своими чудесами воображение европейцев со времен Александра Македонского. Существовало народное и достаточно распространенное поверье о том, что именно в Индии находится утраченный человеком Эдем. На первом плане этого ландшафта, запечатлевшего допотопный мир, мы видим не сцену искушения или изгнания Адама и Евы из рая, как в возе сена, а их соединение с Богом. Взяв Еву за руку, Бог подводит ее к только что очнувшемуся от сна Адаму. И кажется, что тот смотрит на это создание со смешанным чувством удивления и предвкушения. Сам Бог гораздо моложе, чем его седобородый двойник, изображенный на других створках. Здесь он предстает в облике Христа, второго лица Троицы и воплощенного Слова Бога. Образ моложавого божества, сочетающего браком Адама и Еву, довольно часто встречается в нидерландских рукописях XV века, где обычно был воспроизведен тот миг, когда Бог благословляет их словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Повеление плодиться и размножаться, которое Бог впоследствии дал иную, могло быть истолковано и как своеобразная рецензия на более чем вольное поведение персонажей центральной части триптиха. Но нетрудно догадаться, что средневековая мораль придерживалась на этот счет иного мнения. Считалось, что до грехопадения Адам и Ева совокуплялись, движимые не похотью, но исключительно с целью продолжения рода. Грехопадение же изменило все. Впрочем, многие полагали, что первым грехом, совершенным после того, как был съеден запретный плод, был именно грех любострастия. И такая точка зрения отражена в том, что в начале XVI века сцены искушения и грехопадения носили порой откровенно эротический характер. В связи с этим важно отметить, что среди обитателей сада нет ни одного ребенка, а сами они весьма далеки от обладания землей, поскольку ничтожны по сравнению с ее гигантскими плодами и птицами. Таким образом, сад показывает не исполнение завета, данного Создателю Адаму и Еве, а его извращение. Человек променял истинный рай на ложный, предпочел пить не из источника жизни, а исключая плотского вожделения, который, как источник в саду, описанном в романе о розе, отравляет и приводит к гибели. Если на центральной части запечатлено эротическое сновидение, то на правой створке кошмарная действительность. Это самое жуткое видение ада. Дома здесь не просто горят, но взрываются, озаряя вспышками пламени темный фон, делая воду озера багряной, как кровь. На переднем плане карлик тащит свою добычу, привязанную за ноги к шесту и истекающую кровью. Это один из самых излюбленных мотивов Босха. Но здесь кровь из вспоротого живота не течет, а хлещет, словно под действием порохового заряда.
жертва становится палачом, добыча – охотником. И это как нельзя лучше передает хаос, царящий в аду, где перевернуты нормальные взаимосвязи, некогда существовавшие в мире. А самые обычные безобидные предметы повседневной жизни, разрастаясь до чудовищных размеров, превращаются в орудия пытки. Их можно сравнить с исполинскими ягодами и птицами центральной части триптиха. Одного обнаженного грешника демоны привязывают к грифу лютни, поставленной вертикально. Другой распят на струнах харфы. Третий проваливается в раструб огромного кларнета. На замерзшем озере на среднем плане еще один грешник неуверенно балансирует на огромном коньке. Но этот несет его прямо к полыни, где уже барахтается в ледяной воде другой грешник. Эти образы навеяны старинной нидерландской поговоркой, смысл которой схож с нашим выражением «по тонкому льду». Чуть выше изображены люди, как мошкара, слетающиеся на свет фонаря. На противоположной стороне, обреченной вечной погибели, висит в ушке дверного ключа, а над ним пара огромных ушей, напоминающих гусеницы современного танка. Надвигается на толпу грешников, топча, подминая их под себя и пронзая выставленным вперед клинком неимоверных размеров. Выгравированная на лезвие буква «М», она появляется и на других изображениях ножей в картинах Босха, обозначает либо клеймо оружейника, по каким-либо причинам особо неприятного художнику, либо, и это более вероятно, слово «мир», либо имя Антихриста, которое в соответствии со средневековыми пророчествами будет начинаться с этой буквы. В самом центре ада, занимая то место, которое в раю было отведено источнику жизни, находится так называемый человек-дерево, чье яйцевидное туловище покоится на двух гнилых комлях, заменяющих ноги, а ступни обуты в лодки. Треснувшая скорлупа открывает нашему взгляду попойку, происходящую в адской таверне, разместившейся внутри. Голова человека-дерева служит опорой диску, по которому прогуливаются вокруг огромной волынки демоны и их жертвы. Оглянувшись через плечо, он не без грусти видит распад собственного тела. Подобное, хотя и не столь выразительное изображение человека-дерева, Босх оставил в наброске, хранящемся в Венском музее Альбертино. Исследователям еще предстоит раскрыть значение этой загадочной и трагической фигуры, как ничто другое, передающей зыбкую, призрачную природу кошмарного сновидения. Птицеголовый монстр внизу справа далеко не так бесплотен, уже хотя бы потому, что пожирает свои жертвы и тотчас извергает их в прозрачный ночной горшок, из которого они попадают в сточную яму. Он напоминает описанное в видении Тунгдала чудовище, переваривавшее души монахов и священников, которые в земной жизни предавались разврату. Вокруг ямы представлены кары и за другие грехи. Леность наказывается появлением демонов у кровати. Чревоугодника заставляют извергнуть все содержимое желудка. Обуянная гордыней дама принуждена любоваться своей красотой, глядя в себя не в зеркало, а в блестящий щит, закрывающий зад демона. Любострастие, первый грех, совершенный в раю, считалось как и алчность, основой всех прочих грехов, чем-то вроде пчелиной матки, производящей на свет весь рой. А потому нам не следует уподобляться тем ученым, которые недоумевают по поводу того, что на картине «Ад» изображено возмездие и за другие грехи.
Затравленный сворой гончих псов рыцарь справа от человека дерева расплачивается, вероятно, за гневливость. Но не исключено, что он повинен и в святотатстве, поскольку рукою закованной латы сжимает потир, подобно персонажу, одолевающему мост верхом на корове в правой створке воза сена. Разумеется, незабытое любострастие, возмездие за него происходит в нижнем правом углу, где похотливая свинья уговаривает грешника подписать лежащее у него на коленях завещание. Быть может, это монах, поскольку на свинью надет монашеский головной убор. Чудовище в рыцарском шлеме и нагруднике ожидает рядом, на клюве у него висит чернильница. Огромные музыкальные инструменты и хор на переднем плане также символизируют грех любострастия. В этих образах, как и в волынке, вооруженной на голову человека дерева, иногда видят выпад против бродячих музыкантов, чьи вольные песни, исполняемые в тавернах, склоняют слушателей к разврату. Однако музыкальные инструменты и сами по себе вызывают эротические ассоциации. Волынка, которую Себастьян Брандт называл инструментом олухов, воспринималась так же, как и эмблема мужских половых органов, а игра на лютне подразумевала совокупление. Помимо того, средневековые моралисты именовали любострастие музыкой плоти, и это воззрение отразилось в образе длинноносого демона-музыканта, Воссена Прада, аккомпанирующего любовником. Эта нестройная музыка диссонирует с гармонией божественного мироустройства. И как же разительно отличается ангельский хорал на картине Гергена от режущей слух какофонии босховских композиций, где инструменты, дававшие в земной жизни лишь мимолетное наслаждение, превращаются в орудие вечной пытки. В композиции «Сад земных наслаждений» морализаторское начало в искусстве Босха достигло своей вершины. Ни в одном другом его произведении нет подобного сочетания сложнейших мыслей с таким живым и ярким образным их воплощением. Именно это обстоятельство прежде всего и заставляет нас сделать вывод, что «Сад земных наслаждений» относится к позднему периоду его творчества и был написан никак не ранее 1500 года. И по своему нравоучительному заряду, и по глубокой убежденности художника в том, что род человеческий погряз в грехе, эта картина – детище Средневековья. И весь ее иконографический замысел, проникнутый столь явным стремлением запечатлеть всю историю человечества, соотносится с той же тягой к универсальному и всеобъемлющему, которую мы видим на скульптурах, украшающих фасады готических соборов, и в циклах мистерий того времени. Тем не менее, уже в этом триптихе проявляется ренессансная склонность к запутанным и весьма своеобразным аллегориям, полный смысл которых доступен лишь узкому кругу посвященных. В этом отношении «Сад земных наслаждений» стоит в одном ряду с такими произведениями, как «Весна Боттичелли» или «Меланхолия» Альбрехта Дюрера. Сам предмет изображения делает маловероятным предположение, что сад земных наслаждений или Воссена предназначались для церкви или монастыря, хотя форма триптиха долгое время была традиционной для нидерландских алтарей. Скорее можно представить, что эти панно, как и «Весна Боттичелли», были написаны по заказу мецената Мирянина. Существуют надежные свидетельства того, что сад земных наслаждений принадлежал Генриху III фон Нассау, страстному коллекционеру произведений искусства. В 1517 году, вскоре после смерти Босха, итальянец Антонио де Беатис побывал в брюссельском дворце Генриха, где увидел, а потом описал, по всей видимости, ту самую картину, о которой у нас идет речь. Ну и раньше многие работы Босха приобретались представителями бургундской аристократии. Члены фламандских палат и торов, придворная знать Брюсселя и Милани,
тяготели к изощренным, глубокомысленным, морализаторским. Об этом свидетельствуют многочисленные фламандские гобелены начала XVI века, аллегориям, постижение которых требовало основательной начитанности. И нетрудно понять, отчего именно эти высшие круги оказались столь восприимчивы к темам и образам Босха.